Уважаемый Александр Григорьевич, ну, прежде всего, хочу вам передать наилучшие пожелания и теплый привет от президента России Владимира Владимировича Путина. Буквально утром перед вылетом он просил передать вам самые добрые слова. Хочу сказать сразу, что, без сомнения, в гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна. И дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом. То, что касается работы, хочу сказать, что с Романом Александровичем мы в постоянном контакте, Александр Григорьевич еще с нашей совсем недавней встречи. Мы практически по всей повестке как союзного государства, так и Евразэс и вообще любых вопросов, которые возникают, активно работаем. Сегодня мы приехали большой делегацией, с нами ключевые министры, вице-премьеры российского правительства, для того, чтобы, как мы уже намечали и как вы об этом сказали, обсудить всю повестку дня двустороннюю.